Привет, друзья! Во всем мире давно известны и популярны истории о спасении утопающих людей дельфинами. Однако, как оказалось, это не единственные глубоководные друзья человека. Ныряльщица во время погружения оказалась в той ситуации, когда вся жизнь проносится перед глазами, и такого поворота событий она уж точно не ожидала. Морской биолог Нэн Хаузер посвятила 28 лет своей жизни исследованиям жизни в морских и океанических глубинах. В течение этого времени она приняла участие во множестве экспедиций на острове Кука и Багамах. Фаворитами ее работы всегда были дельфины и киты. Ее стараниями воды этого региона приобрели статус китового заповедника. Недавняя рядовая поездка для погружения с трубкой и маской для ныряния обернулась для Нэн настоящим потрясением, ставшим из ряда вон выпадающим событием во всем ее немалом опыте глубоководных исследований. Одним совершенно ничем не примечательным днем Нэн отправилась на лодке в воды близ острова Кука для запланированного погружения. Однако уже через несколько минут после того, как вошла в воду, она заметила массивную фигуру, направляющуюся к ней из глубины. Быстро приблизившись, фигура оказалась самцом горбатого кита. Для понимания ситуации отметьте тот факт, что эти животные весят в среднем 30 тонн и имеют длину до 14 метров. Само собой, размеры животного, способные поразить воображение обывателя, не являются чем-то особенным для опытного ныряльщика. Однако опасность ситуации крылась не в размерах, а в поведении кита. Горбатые киты обычно дружелюбно настроены по отношению к человеку, так что поначалу Хаузер не испугалась неадекватного поведения ее нежданного спутника. Единственное, что ее обеспокоило, это то, что она не может понять мотиваций и причин его действий. Однако дальнейшие события все-таки заставили биолога испугаться. В своих исследованиях Нэн, как правило, старается избегать прямого контакта с китами, за исключениями тех случаев, когда они нуждаются в помощи, например, больны или выбрасываются на берег. Но этот кит сам пошел на телесный контакт. Вместо того, чтобы, как предполагала Нэн, проплыть мимо, животное подошло вплотную к ней. Не оставляя дайвершу в покое и не давая ей отплыть, кит все приближался до тех пор, пока Хаузер не оказалась у него на голове. После он уложил ее под свой грудной плавник, а в какой-то момент даже поднял из воды. Все продолжалось около 10 минут, превратившихся для Нэн в длинные часы. Из экипировки, кроме гидрокостюма и ласт, у Нэн были только маска и трубка, так что она всерьез стала опасаться за свою жизнь. Команда в лодке не могла повлиять на ситуацию. Во-первых, сложно как-то помешать 30-тонному гиганту, а во-вторых, команда была занята видеосъемкой, а операторы и другие члены экипажа, в силу отсутствия опыта, не сразу поняли, насколько странно ведет себя кит. При этом Нэн не могла дать волю своей панике, поскольку боялась, что кит ощутит это, и ситуация ухудшится. Однако вскоре все стало на свои места. Как оказалось, Нэн и кит были не единственными участниками разыгравшейся в воде драмы. В отдалении ныряльщица заметила еще одного кита. Он странно двигался и все время бил хвостом о воду. Когда Нэн удалось отвлечься от первого из них и осмотреться, она увидела третью фигуру, по инерции приняв ее за третьего кита. Однако вскоре поняла, что ошиблась. По движением хвоста третьей фигуры, совершенно несвойственным китам, Нэн распознала в ней одного из самых страшных и грозных хищников океана – тигровую акулу. Так что угроза жизни Хаузер стала еще страшнее. В конце концов, Нэн и оператору все-таки удалось неким чудом взобраться на борт лодки. Первым делом они принялись рассматривать повреждения, возможно, нанесенные Нэн китом. И только сейчас, находясь в безопасности, Нэн Хаузер осознала истинные мотивы поведения китов. Позже, во время просмотра видеозаписи столкновения с китами, Нэн утвердилась в своих выводах. Первый кит пытался закрыть ее от хищника тем же способом, которым киты прячут своих детенышей. Второй же в это время отпугивал и дезориентировал акулу. Дайверша слышала об альтруистическом поведении китов и ранее. Но тогда дело касалось других видов китов, дельфинов и даже тюленей. Со случаем спасения китом человека ученые столкнулись впервые. Хаузер надеется, что отснятый ее командой материал поможет другим биологам в изучении китов.
А простым обывателям в понимании этих удивительных животных и осознании степени их сочувствия окружающему миру. Не стоит ли нам поучиться у них, как думаете? Пишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Жду ваших лайков. До встречи!